Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как приготовить творог в домашних условиях. Это очень-очень легко. Я купила молоко, деревенское молоко, на около магазина у бабушки. Вот такую соску 2-литрового молока. И поставила его на подоконник на 3 суток. Ну, даже не на 3 суток, ну где-то на 2 дня. Она простояла у меня на солнышке. Потом батареи включали, ну и тепло. В общем, сегодня я это молоко вылила в кастрюлю и поставила на огонь. И начала его варить. Вот что у меня получилось. Вот это вот хлопья. Вот они. Вот это уже готовый творог. Я сейчас его процежу. И это вот у меня уже творог готов. И все, я его процежу, и это, ну, и в общем-то его вытащу из сита. И поставлю, чтобы он остыл. Вот такой творог я готовлю и на зиму. Чтобы вот сейчас как раз у меня, я не покупаю творог в магазине, потому что там с всевозможными добавками, эшками и так далее. А готовлю сама. Творог, а потом его замораживаю в пакетах, пакетиках определенное количество, чтобы потом вытащила из пакетика и добавила сметаны и кушаю свой собственный творог. Вот и все, весь процесс приготовления творога готов. Сейчас покажу, что мне получилось. Вот, дорогие друзья, вот столько творога у меня получилось. Из 1,5 литра ошиблась. Здесь 1,5 литра молока было. И вот такое количество творога у меня получилось. Сейчас она будет просто. Дальше я поставлю, пусть она немножко постоит. Стечет. Это уже не молоко, а брат стечет. И я уберу этот творог. Вот у меня что здесь. Осталось это уже обрат. Так как жирности у нас, которая питается обратом, у меня нет, поэтому придется у меня выливать. Вот и все. Вот и весь процесс приготовления творога. Экологически чистого, домашнего творога. Всего хорошего. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Будем рады отвечать на все ваши вопросы. До новых встреч!